происшествиям. Сегодня утром из окна жилого дома выпал человек. ЧП произошло по адресу улица 28, Невельской дивизии 4. 8:30, может 9. Слышал звук скорой, как раз под нашими окнами. Решил посмотреть. Выглянул в форточку, смотрю, лежит. Сначала не понял, кто. Ну, по фигуре, что как бы женщина. Она лежала лицо вниз. В принципе, она упала это на бетонку. Ни крови, ничего не было. Ну, скорая начала оказывать первую помощь. Рядом лежала сетка от окна. Сразу понятно, что выпала из окна. Смотрю, перевернули ее на носилке. Ну, женщина. Вот это, тут, конечно, оказывали, видать, может, руки сломаны или что-то, проверяли все. Вот, лангетку накладывали. Потом уже в скорую погрузили. Ну, еще сколько-то постояли, наверное, там внутри оказывали помощь. Сегодня, 8 ноября, в 10 часов 50 минут нами было получено сообщение от дежурного ОМВД России Котловске о том, что в Котловской городской больнице скончалась от полученных телесных повреждений Татьяна Алексеевна Протасова, 81 года рождения, которая была доставлена в отделение после падения с высоты именно с 5-го этажа жилого дома. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.